наш сегодняшний выпуск мы начнем. Что вам нужно? Я пришел. А, что? Меня нанял. Иди. На это. Иди за мной. Этот раз повезло, но лучше не привыкай. Тебе есть к кому обратиться за помощью? Да, к маме. Скажи ей, пусть тоже прячется. Они будут искать твою семью, близких, друзей. Да, поняла. А что с Брэдли? Не знаю. Думай пока о себе. Эй, садись. Поедешь в безопасное место. А, спасибо. Удачи тебе. Лорен в безопасности. Я сейчас напишу Брэдли. Спасибо тебе за помощь. Заказ закрыт. Мне нужен человек для тихой работы. Требуется оставить жучки на хорошо охраняемой территории. Подробности в письме.
Ты появился и исчез, как духви. В храме до сих пор ничего не подозревают. Очень хорошо. Закрываю заказ и перевожу твою оплату. Мне нужна одна вещь. Именно мне, не клиент. Поэтому отнесись к работе со всей серьезностью. Риск высокий. Работать надо на территории тигриных когтей. Подробности я переслала.
Господи, почему я не попал в башку модели? Или хотя бы, не знаю, там, ландшафтного дизайнера? Ну скажи, что опять не так? Ты опять таскаешь меня по каким-то вонючим помойкам. Вот что. Заказ есть заказ. Какой же там был код? Или полжизни бомжевал по заброшке. Да это другое дело. Я тогда был вечно пьян и не в себе. Так. Потайные двери. Как банально. Но вот почему люди настолько предсказуемы? Связь с теми дверьми. Или со спусковым механизмом толчка в сортире. Пошла к тигриным когтям за спиной у Вакака. Ай-яй-яй. Когти не из тех, кому стоит доверять. Посмотрим, насколько ей повезло. Today, show you.
ゃごっこはおしまいにしようぜ。Этой малюсенькой херовины столько людей полегло. Размер не имеет значения. Мы оба знаем, что на самом деле это неправда.
Похоже, тебе удалось найти отмычку. Великолепно. Продолжай в том же духе. Закрываю заказ. Моих нетранеров не отвечает. Хотя я ему приказала всегда оставаться со мной на связи. Там кричал, скорее всего, что-то случилось. Он бы не посмел пойти против меня. Ознакомься с деталями и найди его. Он мне нужен. Это твое будущее. Итог любого нетранера. Корпоративный лед, выжженные мозги. Финита. Он вроде еще дышит.
Пара секунд. Погоди, я не... Проснись. Дай мне минутку. Не знаю, давно ли я тут, но... Как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Тебе повезло. Тут наверху ресторан. Да знаю я. Эти запахи. Просто пытка. Так ты был в сознании? Частично. Скорее, в глубокой гипернации. Это ты включил лампочки? Да. Уже готовился с их помощью подавать условные сигналы, но не пришлось. Ты молодец. Что корпораты прячут в этом ящике? Хочешь проверить? Вы, молодые, много вопросов задаете. Ха. Пожалуй, лезть в него и правда не стоит. А ты быстро учишься. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю. Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой. Пожалуйста, не надо!
Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Ну, на мой не взыскать. Знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции. Парню явно есть что сказать. Надрыв есть. Этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Так же начинал. Играл на улицах и мечтал собирать стадионы. Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти попроще. За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Значит, где-то еще можно найти старые бутлеги самурая? Найду эти записи и буду визжать от восторга каждый раз, когда ты со мной заговоришь. Как тебе план? Только, блядь, попробуй. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Джонни, где было твое отличное место, там теперь забегаловка. Что ж, тупое потреблятство опять победило. Еще очко команде соперника. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. Я готова. А ты? Привет. Эй, знаешь что-нибудь про радужную каденцию? Еще один. Не слишком ли ты юн, если раскопаем? Чего-чего? Сюда реально каждый день приходит очередной седой дедуля в драной косухе. И спрашивает про свой любимый клуб. А я, как запиленная пластинка, объясняю, что корпы выкупили клуб 20 с хреном лет назад. Пора уже объяву повесить. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? 10 казино, 5 бассейнов. Самурай, например. И лучшие повара во вселенной. Хочешь оказаться настоящим? Стрёмная красная рожа на черном? Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболке, и к нему друзья подваливают, такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? В 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется, на рынке. В смысле, он там что-то покупает? В смысле, ты можешь кое-чего купить у него, если вдруг захочешь. Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно, про эти группы никто ни хера не слышал. Круто, спасибо. Рада, что ты выиграл время. Привет, я ищу крутой музон. Есть у тебя лазер-поп? Что-нибудь из Аскрекс? Херни не держим, ты определись. Тебе хорошую музыку или эту единорожью блевотину? Расслабься, Чумба. Шуток не понимаешь. Лазер-поп? Сука, лазер-поп! У меня-то эта херня откуда?
знаешь. Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть Cartesian Dualist, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А самурай? Еще спрашиваешь. Есть Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chipping In. Да любую назови найдется. Silverhand был мессия от рок-музыки. Я бы его записи бесплатно раздавал. Но нужно ведь на что-то жить. А ты не как главный фанат Сильверхенда. Да, и этим горжусь. Нынешние рокеры ему в подметке не годятся. Было у Сильверхенда то, что этим в жизни не светит. Серебряная рука? Огонь в нем был, парень. Огонь! Он в печенках у корпорации сидел и погиб за свои идеалы. А ничего, что он был еще и немного террористом? Blaze way down the rabbit path. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь? О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи, но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Слышь, я не вру. Про Сильверхенда я вообще все знаю. Ну давай, удиви меня. Знаю, что он говорил Керри на последней встрече. Хрен с ней с группой, Кер. Забей на все. Сделай сольный проект. Ага, конечно. Я тебе сотню таких бесед придумаю. Свидетелей-то не было. Я тут бывал во времена радужной каденции. Бутлег был бы напоминанием о старых добрых деньках. О, мне-то не заливай. Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет, докажи, как прошло третье выступление самурая? Ну, дорогой эксперт Джонни, давай-ка, подсказывай мне ответы по истории самурая. А, третий концерт, как сейчас помню. Я поджег гитару и расхерачил ее об сцену. Народ был в восторге. Ну так чего? Долго ждать? Легко. Джонни поджег свою гитару и разбил ее. Да, так и знал, что врешь. Какой дурак угробит гитару на первых концертах? Новое это денег стоит. Джонни, пожалуйста, можешь не усложнять мне жизнь? Мне и так недолго осталось. Но ты прямо лишаешь меня морального права на сарказм. Это все равно, что пнуть щеночка. Слепенького. Ты так часто подвисает. Наш третий концерт был в каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. Помню пожар. И помню, что какие-то придурки пытались его пивасом залить. А я и сам чуть не забыл. Говорят, пожар сам Джонни устроил. Сигарету бросил. Чушь. Это была сигарета Керри. Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни. Все равно не верю, что ты там был. А, похер. Только истинный фанат знает такие подробности. Ладно уж. Надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может, и есть кое-что специально для тебя. Держи.
Круто. Спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Говорят, что время лучше учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже, небось. А все еще живет в 20-м году. Он же твой главный фанат. Тебе разве не приятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и чё толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Хочешь заставить людей измениться? Взрывчаткой тут не обойдешься. А чем надо? Музыкой? Хуй там. Вон, дедок помнит все тексты до единого, но так ни одного и не понял. И что, теперь будем резать людей? Бить морды прохожим? А может, они и не хотят меняться? Это их решение. Хочешь отнять у них право выбора? Может, они реально слепые идиоты. Может, только прикидываются. Но их надо заставить посмотреть правде в глаза. А как заставить? Вот это вопрос. Хочу поставить хром поновее. Хорошо. Располагайся и приступим. Thank you.